Всех приветствую. 29 ноября. Как обычно, коротко о сегодняшнем дне и ситуации в городе. В неочередной раз подвергся обстрелу. Это три микрорайона нашего города. Один из них в непосредственной близости. Таким образом, нет пострадавших, нет никаких сообщений о пострадавших. Но, тем не менее, многоэтажные дома, автомобиль, магазин, также промышленное предприятие, окна его точнее, все это пострадало непосредственно от осколков и ударной волны. Также в других микрорайонах, это в районе Черевковки и Химик. Так что день на день не приходится, бывает по-разному. Также можно заметить, что завтра планируют, если ничего не изменится, за ночь возобновить работу электротранспорта, выйдут на линию троллейбусы. Хочу заметить, что все это время автобусы и маршрутное такси осуществляют свою деятельность и по разным направлениям, по маршрутам городским и разъезжают, и межгороднее также само. Также у нас уже несколько дней работает центр занятости. Он перенесен в связи с тем, что отсутствует отопление, на адрес генерала Батюка 40. И еще стоит заметить, что номер телефона изменили в Горводоканал. Многие обращаются за помощью, есть какие-то прорывы или задачи, и вопросы к ним не могут дозвониться. Временно у них изменен номер телефона. Его оставлю в закрепленном комментарии под видео. В общем, что можно отметить, это то, что многое пережили, многое еще предстоит пережить. Поэтому берегите себя, всем мира и добра и до встречи.